Подождите. Они меня обманывают, они судят как надо. Судья? Да. Булару и другой, да? Да. А вы когда были здесь? Давно. Еще когда судилась с первым судьей Сергеем Буларом. Ага. И он написал отказ такой, что мне пришлось уже в европейский суд подать. Угу. Этот отказ нигде не действует в молдавском суде. Ясно. Лабулар. Нет, Лабулар, Сергей Буларов. Я понимаю, а вот этот суд уже тоже был? Вот этот, и мне все время во всем отказывают. Вот, вот этот, вот. Все время отказывают. Меня обокрали, и меня отказывают мне. Обокрали мне, и все время во всем отказывают. Я хочу подойти разобраться. Уголовное дело это. Сергей Буларов мне первый отказал. Кто-то другой отказал. Я не требую. Получила ничего. Да.
Мне все время отказывают. Я хочу разобраться с судьей, почему он мне отказывает. Ну как же? Если вы не согласны, посмотрите на лица адвоката хорошего. Так или, нету таких адвокатов. Или любого знакомого, который разбирается в чем-то. Вы должны написать и заключение. Я уже сколько угодно писала, ничего не помогает. Ничего не помогает. Что может быть это ваше имя? И это мое, и по моему. Иванова Татьяна. Да. Что, он по одной НТРМ в шпюрму диспутации? Да. Видите, уже к судье даже не пускают. Молдавское правосудие. Да. Даже к судье не пускают разобраться. Вы должны писать, я столько уже писала, уже третий, четвертый год пишу, или пятый. Мне все равно ничего не разбирает, и апелляционный не хочет, и никакой не хочет. Такое вот правосудие молдавское. Ничего невозможно сделать, вот обокрали и делай, что хочешь, никто ничего не судит, правильно. Вы должны адвокат. У меня нет адвоката, что я могу сделать? Адвокаты сейчас ничего не пишут. А на заседание вызывали? Нет. Только вот эти отписки пишут и все. И решали без вас, да? Без меня решали все. И вот только отписки пишут и все. И делай, что хочешь. А государственного адвоката вам не дали? Дали, да он не разбирается ничего. Он говорит, да это уже столько лет, и я не хочу разбираться. Вот на Рыжкановке. Да. Далеко даже от остановки тяжело ходить. Да. А кто? Как его зовут? Сейчас вспомню. Не помню. Не помню. Марчел Чучеля. Марчел Чучеля. Адвокат. Да. И говорит, что не разбирается. Ну что не разбирается, это уже поздно, это уже прошло. Вот так он этим оправдывается. И вот все везде отписки пишут и хотят судить. У вас аж второго часа. Вы меня поняли? Вот потому да. Что вы не согласны. Да, и где же я адвокат? Адвокат тоже не хочет ничего писать. Значит, слушайте себя. Тут у нас консультации никто вам не даст, кроме меня. Это я просто по своей воле даю вам вот как женщина, она поняла и пошла в милицию, куда ей надо, куда нужно. Потому что тоже кто-то ее сюда послал неправильно. Значит, это. Вы идете. Если вам не нравится вот это решение, то согласны. Вы пишете в апелляционную палату, где будут рассматривать еще раз. Я не могу писать, я не знаю, как писать. Найдите человека, который вам... А как я найду, если он не хочет? Я нашла Марчел Чечеля, а он не хочет. Я не знаю, кого вы нашли. Адвоката, который не хочет ничего. Вы не хочет, значит, два человека. Вы должны это все писать, что вы не согласны. И то. Смотрите, никто ничего не делает. Пишите письма. А как писать, если они не, по письму не решают? Это надо адвоката какого-то. От какого? Адвокат ничего не хочет. Государственный.
Не хочет, я же вам говорю, Марчел Чечеля был. Так, не он один адвокат. А мне другого не дают. Давайте жаловаться. Давайте. Чтоб дали хорошего. Куда жаловаться? Туда же. А там говорят, я вам дал адвоката, все, у меня другого нет. Так если он не пишет, если так, он отказывается, пусть так дают. Его защищают, а меня не защищают. Пусть дадут другого. Так не хотят, вот в чем дело. Как их заставить дать другого? Протестами. Вот тут есть адвокаты, вот тут внизу. Подойдите к ним, может быть, они что-то вам подскажут. Но это вы должны приходить. Я знаю. В марте месяце, по апреле месяце. Я знаю. А по поводу того решения, дайте вот тут с левой стороны, на адвокаты. Все, решили. Да, вот ничего не могу решить. А где-то какой-то адвокат тут есть? Ну, наверное, платные. Будут требовать деньги у вас. Да, у меня нет денег. Совсем? Совсем нет денег, я инвалид. Давайте садиться и смотреть на решение Булару. Да. Давайте. И узнаем, почему этот Чечеля не хочет вам помогать. Какой он государственный адвокат, если он говорит, что не может. Давно это было, не хочу решать, не хочу помогать. И все. Пусть напишет отказ. Он ничего не пишет. Сейчас вот. Сейчас я вам покажу. Дайте это посмотреть другое. На штамп. Это другое письмо. А вот это вот, сейчас я вам покажу. Он от Булару, хочет. Да? Да, от Булару. Сергей Булару, вот. Вот.